Ольга Николаевна Шелепеева, народный художник, изучает северные росписи, уже сейчас пишет четвертую книгу, вот вышло второе издание «Пижемской росписи. Азбука». Сейчас с детьми показывает образцы росписи мезенской. Занимаемся народными графическими росписями. На севере их самых основных было 4. Мезенская, пижемская. Вот дети пробуют работать пером. Это вышивка в набор, северный каргопольский костюм, мезенский костюм, это мама с дочерью, это свадебный мезенский костюм. Сейчас душонских манеров нет, но зато у нас образовалась очень большая коллекция, около 70 костюмов.